Какой город Абхазии расположился на одноименном мысе? Замечательный курортный город Пицунда в Абхазии раскинулся на низменном песчаном мысе. Участки суши, острым лугом и выступающим в реку, озеро или море за тем же названием. Пицунда известна уникальной сосновой рощей, занимающей площадь 200 гектаров. Растущие в ней пицунские сосны, появившиеся на Земле еще в триетичный период, примерно 65 миллионов лет назад, и глубоко пережившие ледниковый период, на сегодняшний день сохранились лишь кое-где на Черноморском побережье. Морская вода на мысе Пицунда очень чистая и прозрачная, и практически никогда не бывает сильных волн и штормов. Сам город очень популярен у россиян, несмотря на то, что Абхазия не входит в состав нашей страны для ее посещения. Требуется заграничный паспорт. В Пицунде созданы все условия для комфортного отдыха. Гостей ждут благоустроенные пансионаты, гостиницы для отдыха и здравницы. Причем все они расположены вдоль побережья, всего на в нескольких шагах от различных песчаных пляжей.